Hello, товарищи! Welcome to my channel. Do you like computer games? I do! So today we are having news about computer games. Let me know in the comments if you like this topic. And now make yourself comfortable and let's start! Седьмое мая. Игромания. Разработчики из Facepunch Studios выпустили крупное обновление графики для симулятора выживания Rust. Игроков ждет новая местность, деревья, камни, скалы, декор, трава, монументы и многое другое. Также авторы отметили, что исправили огромное количество давних проблем, связанных с монументами, процедурной генерацией мира и уязвимостями. Некоторые монументы полностью переработали и бесшовно интегрировали многие из них в процедурно сгенерированный мир. Например, на новой свалке появился управляемый кран с магнитом, с помощью которого транспорт можно бросить в шреддер, чтобы получить металлолом и другие ресурсы. Кроме того, крупные монументы и хабы получили уникальные входы в подземную железнодорожную сеть. При этом разработчики постарались сохранить текущий уровень производительности или улучшить его. Наконец, авторы добавили поддержку технологии NVIDIA Reflex, которая снизила задержку ввода до 38%. Полный список нововведений, улучшений и исправлений по ссылке. Конец. The link to the article you can find in the description. So tell me please, do you like games? And what games do you like? Did you find this article interesting? Or do you have other topics to suggest? Please let me know in the comments and don't forget to subscribe if you don't want to miss my new videos. До свидания, товарищи!